Запеченные груши являются одним из самых популярных десертов славянской кулинарии. Ими любили побаловать себя наши предки и 200, и 300 лет назад. Поэтому предлагаю сегодня их и приготовить. Для этого нам понадобятся груши, лимон, творог, мед, корица и растительное масло. Выжимаем с помощью вилки сок из половинки лимона. Груши разрезаем вдоль на половинки. Чайной ложкой аккуратно делаем углубление для начинки. С противоположной стороны делаем площадку, чтобы груша была устойчивой. Сбрызгиваем груши лимонным соком. В чашу для блендера добавляем творог, мед и корицу. Взбиваем все до однородной массы. Заполняем груши начинкой и выкладываем в смазанную маслом форму. Запекаем примерно 20 минут при температуре 180 градусов. У нас получился нежный, сочный и полезный завтрак. Десерт сочетает в себе медовую сладость груши и молочную нежность взбитого творога, создавая гармоничное сочетание вкусов. Питайтесь полезно, а главное вкусно. Приятного аппетита!